попал в окружение. Ветеран Великой Отечественной из Подмосковья. Виктор Иванович уверяет, что его участок, всего 300, пытаются отобрать соседи. Среди коттеджей хозпостройка пенсионера действительно смотрится неуместно, но разрешение на ее снос хозяевам домов никто не давал. Земельный вопрос изучила Яна Григорян. Камеру мобильного телефона включил кто-то из очевидцев очередного конфликта между соседями. Коммерсант Вильгельм обвинил ветерана войны Виктора Дубасова в нарушении границ частной собственности. Словесная перепалка едва не закончилась дракой. Предприниматель облил фронтовика водой. Соседи не могут поделить дачный участок. Этот хозяйственный домик принадлежит фронтовику, а вот земля под ним – предмет судебного разбирательства. Эту землю администрация района отдала Виктору Ивановичу в аренду более 10 лет назад. Ветеран и его семья проводили здесь почти каждое лето. Но когда на соседнем участке появились новые владельцы, по словам пенсионера, загородный отдых превратился в каждодневную борьбу за драгоценные 300. Участок ветерана находится в самом центре владений соседа. Они окружены высоким забором, и фронтовик просто не может добраться до своего огорода. Есть, конечно, другой путь, который отнимает у Виктора Ивановича много времени и сил. Ходим вот по этим тропинкам. Это все не наше здесь. Это все чужие, совершенно не наши. Просто разрешили. Спор между ветераном и коммерсантом продолжается уже 4 года. Несколько месяцев назад Виктор Иванович выиграл судебный процесс и получил право собственности на землю. Вот только сосед, по словам фронтовика, по-прежнему считает себя хозяином 300-ок. Я подошел, он этой пушкой водяной, я пал вот этой клюшкой, говорю, вот так ударил, ну бросьте вы, давайте, в чем дело? Он мне как ударил по руке, вот по этой вот, клюшка упала, и растял, и поливал, я уж не знаю сколько, я уже плакал. Этот конфликт для фронтовика закончился в больнице. У Виктора Ивановича серьезные проблемы с сердцем. Он инвалид, и нервничать ему противопоказано. Врачи предупредили, очередной приступ может закончиться летально. Уже после выписки ветеран узнал о том, что сосед намерен обжаловать решение суда. Новый процесс начнется через несколько дней. Яна Григорян, Инна Чичагова, Федор Левицкий, телекомпания НТВ, Московская область.